Как вы относитесь к службе в армии? Положительно. У вас супруг, может быть, родитель, отец кто-нибудь служил? Ну, нет, у меня супруг не служил, но дедушки служили. А положительно отношусь. Я считаю, нормально. У меня отец был военный, так что служить надо. Только чтобы в армии был порядок, чтобы матери не боялись за своих сыновей. А то ведь все равно бардак. Вот. А если было нормально, смотрели, у меня вот отец говорил, раньше за честь считалось пойти в армию. А сейчас стараются как можно быстро от армии отклиниться. Хорошо, положительно. В армии служить надо всем. А вы служили? Конечно. А в каких войсках? Не обязательно знать, но служил. Полезно. Молодым тем более. Там научат всему, возмужают молодые люди. Обязательно, порядку научат. Сын у нас тоже служил. Все нормально, все хорошо. Спасибо. Я считаю, что тоже молодые люди обязательно должны в армии служить. Положительно. Но у вас дети, может, супруг служили? Да. И супруг служил, и сын офицер. Я нормально. Я в 57-м году служил, что у меня спрашивают? А вы где служили? На Урале. А какое звание у вас было? Рабочее звание. Лесоруб. То есть вы служили солдатом? Лес валил. 3 года. Нормально. Всем надо служить. Вы служили? Да. 3 года. В ракетных войсках. А каком звании? Майор. Ефрейтор. Ну, вообще положительно. У вас родственники кто? У меня сыну 19 лет скоро будет. Он закончит учиться, в армию пойдет. Положительно. Все должны ее проходить, я так думаю. Ну, как вы думаете, что вот армия дает для мужчины? Мужчине? Мужественность. Принимать решения, учиться. Ну, я только за. Прекрасно. В вашей семье кто-то служил? Служит. У меня муж служит, да. А в каком, если не секрет, звании? Подполковник. Ой, полковник. Хорошо. Вы собираетесь? Да. А когда? Ну, как закончу училище. Вот призыв. А еще кто-то в вашей семье служил? Нет. А вы как служили? Дед и отец, все. Дед, отец, дяди его, все служили, все в армии были. А вы как относитесь? Тоже. Надо идти в армию, мы все время говорим. Сначала боялся, а теперь пойду, обязательно пойду.